Итак, друзья, Xiaomi из-за бушующего коронавируса в Китае решила сделать умную защитную маску. Вы только послушайте, что она будет уметь. Это просто вообще феноменально. Как сообщает Today News UFA, планируется, что новая умная маска приобретет популярность из-за распространения коронавируса. Китайская компания уже зарегистрировал проект, и управление США по патенту торговым маркам опубликовало информацию о будущем приборе. Маска будет отслеживать уровень содержания вредоносных веществ и дыхательной аномалии. Итак, маски будут гироскоп. Гироскоп в маске, боже. Датчики окружающей среды, электронные сенсоры. Планируется, что маска будет отслеживать время ношения, частоту вдохов, объем выдыхаемого воздуха, уровень загрязнения атмосферы. Это просто феноменально. Я даже не подозревал, что столько они собираются туда запихнуть, в эту маску. Это просто что-то. Информация о владельце маски будет передаваться на смартфон и храниться на своем устройстве. Начало продаж маски неизвестны. Но, друзья, мы знаем, что, к сожалению, коронавирус сейчас... распространяется все быстрее, уже там сколько погибших, уже, по-моему, несколько тысяч погибших, и поэтому я думаю, что они ускорятся, и эта маска выйдет намного быстрее, чем ожидает кто-либо. Всего доброго, всем пока, до свидания.